Километровый каток, ель в игрушках, гирлянды на деревьях центральной аллеи. Парк Гагарина как декорация к рождественским фильмам, говорят общественники. Они приехали проверить, как готовят самарские парки и скверы к Новому году. В этом году как никогда рано все это происходит, подготовка. Очень радует, что зима в этом году настоящая русская, немножко раньше, поэтому удается залить катки, практически готова елка. То есть вот состояние этого парка я оцениваю прям практически готовым. В этом году украшение парков – это не просто обязанность, а конкурс. И потому к процессу декораторы подходят креативно, приятно удивляя горожан. Мы объявили конкурс среди управляющих парками на лучшую елку, которая будет представлена. Да? То есть каждый управляющий и его коллектив выразит свое отношение к парку. И это будет индивидуальная елка в каждом парке. В самарских парках установят 8 елок, 3 из них живые, в Молодежном, Струковском и на Воронежских озерах. Зальют и 3 катка в парках Победы, Гагарина и Дружбы. Улицы города засверкают иллюминации. Украшаются не только парки, но и скверы города. У нас бульвар Старозагора в этом году украшен. Есть светодиодные элементы на деревьях и на фонтанах. Установлены также светящиеся конструкции в виде искусственных фонтанов световых. Обещают, что уже к 10 декабря в каждом городском парке будет создано новогоднее настроение. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.